привет, ребят. Сегодня будем подшипник менять. О. Машина новая, год машине. Короче, болты раскручиваются. Видите, что творится. Так, что мы сделали? Сперва мы открутили вот сенсор. Вот он стоит здесь. Вот так. Вот его болт такой. Потом надо целить саппорта вот эти, короче, открутить, чтобы тормозные цилиндры вытянуть оттуда. Потом берем любой предмет, чтобы его вытянуть. И сенсор, чтобы не повредился. Все, снимаем колодки. Он будет 10 раз еще падать у нас. Это? Да. Пускай все, пускай висит. Да. Нет, сенсор вот так, да. Колодки хорошие еще? Да. Ну, колодки в сторону, также ту сторону. Та сторона слишком стерта. Слишком стерта. Мне нужно просто... Неудобно, здесь мне нужно тёрка. Ковырнуть всё. Так, все, это тоже мы терячили. Теперь нет, теперь там два болта есть. Вот. Один снизу, другой сверху. Два больших. Да. Головка там, по-моему, идет на 21. Смотри, на 21. Да. И длинный вороток надо сейчас принести. Да. Только дам рано. Это знаграда, да. Раз. Не, зачем это? Другой принеси, ё-мо, пускай это для страховки стоит. Так. Что-то стоп. Не, открой, сейчас открою. Нихуя, пап. Сейчас как просто она длинная, сейчас она. Отпусти, пап, что-то не то. Идет, все, заедет. Так, пошел, все, остановись. Только болтов открутил с помощью домграда. Все, а нижний пистолетом открутим. Все, бери трещотку сейчас. Когда будешь пистолетом открыть нижний, там может запереться пистолет до этого. Амортизатор? Амортизатора, так что ты сильно не разгоняешь, он раздавит его. Угу. Пистолет. Так, все, это тоже она. Сюда все. Сенсор. Да что такое, ё-моё. Так, потом надо будет ручник отпустить еще. Да, у нас мелкая резьба из-за этого долго. Сейчас да. Нижний пистолет ставь. Да. Смотри, амортизатор, видишь? Угу. Чуть-чуть только его разгон сделай. Еще давай. Это мы тоже открутили. Втягиваем. В сторону его вложим. Так, сейчас надо что сделать, это открутить. Эту звездочку? Звездочку. Давай. Может быть хороший, чтобы не разбивать? Не, не разобьется. Разобьется высверну. Дай мне маленькую. Маленькую где-то здесь. Вон, для железной, да.
Сейчас надо с ручника спасти. У тебя ручник как там? Трибоди. На скорости. На скорости тоже. Наверное, скорость еще. Выпускает колодки. Давай. Стучи снизу. Надо молоточек, чтобы ты принес. Потому что она падает вниз, и ты не можешь его. Дэйву как раз там нужен. Ну да. Напиши ему сейчас. Дэйв, не нужен тебе. Так, сейчас нам нужен подшипник и тяга. С той стороны 4 болта на звездочку. Это немножко будет такой муторочная работа. Что, нам снимать на колодке? Да, все надо снимать. Этот надо поставить сюда. Только у нас на скорости, по-моему, да? Сейчас уберемся со скорости. Так, вот мы поставили. Смотрите, вот этот зажим, видите? Его надо... Стой, дай показать. Вот, смотрите, вот. Вот так ставите его, нажимаете и поворачиваете. Крути его, надо расцеплять. И вытягивай. Вот так. Какая зараза. Кидай его. Ну, хорошо таким, чуть по шее. Сейчас также внизу надо сделать. Внизу нажимаешь и проворачиваешь 45 градусов. Все, сразу. Здесь мы берем, вот смотрите, какой вариант. Вот берется этот башмак, надо поднять. Давай, держим. Нажимай, чтобы я вытянул этот натяжитель. Да. Все. Отпускай. Сейчас пружину вытягиваем спокойно. Сейчас крючок не сунул. Да. Сказал здесь, ё-моё, с той стороны легче. Я уже вытянул вон он. Видишь? Все, вот так раскрывай его. Вот так, аккуратненько. И здесь снизу, сверху вытягивай. А, сейчас. Давай, вытягивай. Вытянули его. Не вытягивай пружину. Так, сейчас вот эти 4 болта. Раз, два, вот это 3 и 4. Там на звездочку. Угу. Мамка звездочка. Где-то одной уже нету? Есть такой, да. А где она? А вон там, пускай стоит в ключах. Не, это маленький. Вот это надо тебе взять. Нет, это маленький. Вот здесь надо забить его. Все, резину. Ну, короче, сейчас будем это слышать. Это же машины все на гарантии у них время нету. Короче, время есть, просто дилеров забито все этими микроавтобусами. И долго надо ждать этого ремонта. Вот за это нас вызывают. Сейчас надо вытягивать его. Машина новая, посмотрим, как она вытянется. Тут будет сейчас. Вот так. Вот. Да, все, вытягивай. Ой, ё-моё, что-то мы не то вытянули. Давай, вытягивай. Да ну ё. На какой-то полуось, вытягивай. Это уже сейчас будем отдельно вытягивать. Места нет, ё-моё.
сумма такая длинная. Да, вот такая длинная. Сейчас его надо вытягивать оттуда. Зажмем. Там что, промык? Вот мы его вытянули. Сейчас будем новость сажать. Масло вонючее, бля. ВДшкой побрызгаем и хватит. Ну да. Мы новую резинку, эту старую выкидываем. Немножко масла, сейчас мы его обделаем нахуй. Так. И будем засовываться. Так. Нет, так. Так, вот эта штука должен вниз смотреть. Когда одевается? Засунуть его влево, повернуть чуть-чуть. Так, оно неровно. Неровно? Нет. Вот так ровно. Хорошо. Все, мы живем. Так, закручивай. Сейчас сними там что-то. Вот, короче, вот. Все, ты будешь зажимать, она пойдет. Так, так, болты мы новые все ставим. На, закручивай. Там еще один был где-то, да? Ты же сам его нажимаешь. Не, вот. То старый потом снимешь. А? Короче, сейчас будем затягивать его. И будем затягивать вот так, чтобы крестообразно, потому что там чтоб подшипник ровно сел. Потихонечку будем затягивать. Так, потом что мы делаем, когда собираем колодки эти, ручной колодки вот эти ручные. Нам в первую очередь что нужно сделать? Одеть. Сперва здесь вот этот натяжитель и с той стороны пружина, видите? Здесь пружину пока не одевайте, потому что вы его не оденете. Сперва надо вот эти пружины поставить, потом только нижний, верхний, потом только там ставите пружинку эту. Сейчас самое главное попасть в него, в эту дырку. Сейчас обратно будем втыкать. Так, все, видите, надел я его.
Также сейчас нижний мы одеваем. Вот, нижний то же самое. Смотрим здесь. Дай фонарик, пожалуйста. Потом смотрим здесь. Видите, как должен стать он. Все. Мы его поставили. Поставить сюда. Одеваете его отсюда и загоняете. Сейчас я вам покажу. Или наоборот можно. Сперва нижний мы одеваем. Так, крючок больше нет. Включаете сюда, упираете и смотрите. Оп. И потом другим предметом, свертка, что-то, бля, берете, просто придерживаете его. Берете. Чтобы он не соскочил. Сейчас отвертку большую возьму. Забудь, потом соскочила. Соскочила. Что не хочется? Да это ж, блядь. Тут подшипник. На месте чистые. Я его разверну. Да, чтобы через дырку сделать. Да. Эти поставлю. Не-не-не, новые еще. Это эти. Это другие болты, а не колеса. Вот так поставим сейчас. И видно. Спасибо, оружие. Да, все. Ставьте лайки. Все, ребят, я вам показал, как подшипник снять, поменять и все остальное. Ну, вы уже всю кучу сделаете. Единственное, что натяжитель, когда вы снимаете, вы должны потом подтянуть его здесь. Потому что я его расслабил. Все, сейчас я диск одеваю. У нас получается, что сейчас мы диск тормозной ставим. И чтобы не крутить, не играться. Вот, видите, это должно здесь быть. Вот пометка. Сейчас мы всю сборку делаем. Все, ребята, всем пока. У кого какие вопросы, там пишите комментарии, ставьте лайки. Бай-бай, удачи.